Здравствуйте, меня зовут Анна Мамадулина. И сейчас мы с вами сделаем игру для дыхательной гимнастики. Для этого нам понадобится плотная бумага или картон, ножницы, маркер, линейка, кисти, карандаш, салфетки, краски и стакан с водой. Приступим к изготовлению. На листке бумаги рисуем большой овал. Не забываем про бортики. Рисуем воротца. Раскрашиваем овал, не выходя за бортики. Вы можете нарисовать мордочку, домик или любой другой узор на ваше усмотрение. Как только рисунок высох, вырезаем воротца и фигуру, оставляя бортики. Сгибаем бортики вовнутрь фигуры. Теперь делаем шарик из салфетки. Эта дыхательная гимнастика подойдет для детей любого возраста, а также она способствует общему речевому развитию. Здоровья вам и творческого развития! Подписывайтесь на YouTube-канал Культурно-досугового центра «Октябрь».